Лёш, скажи, с чем мы сейчас имеем дело вообще в стране? Вот именно конкретно в этот момент, сегодня, 7 декабря. Саакашвили это называл попыткой рейдерского захвата Кремлем целой независимой страны. Вот Украина должна сделать выбор исторический между Евросоюзом, таможенным союзом. Это два крупных надгосударственных образования, которые решили, страны решили вместе собраться и как-то вот в нашем сложном мире самостоятельно строить свою политику. Ну вот, мы решили пойти в Евросоюз, президент нам пообещал, дал нам на это надежду, и в последний момент обломал. А теперь выясняется, что он не просто обломал, а по некоторым сведениям он нас тащит в противоположную сторону, туда, куда большинство вот из нас с вами не хочет. Но проблема Украины в том, что у нас есть люди, которые хотят в Таежный союз, есть люди, которые хотят в Европу, а есть люди, которые хотят остаться нейтральными. Да? И вопрос надо ставить не так, что одна группа должна задавить другую. Принципиальный вопрос сегодняшнего дня, как нам сделать так, чтобы все мы вместе согласились с чем-то. И это, например, с новым вариантом будущего. И это будущее построили. Так вот, как бы мы это ни пытались сделать, на нашем пути стоит такая штука, как система. Враждебная к нам система, она нечеловеческая, бесчеловечная. Эта система была создана следующим образом. Когда распадался СССР, что такое СССР был? Партийное руководство имело полную власть и не имело собственности. Потом оно решило получить собственность. И была создана система так, что, используя рычаги государственного управления, люди могут отжать себе основные фонды. Начиная с заводов, заканчивая там, я не знаю, фондами нематериальными, типа телеканалов, СМИ и так далее. И вот у нас в стране нет политики как таковой. У нас до сих пор экономическая борьба, которая облечена в парламентскую форму. Почему? Потому что та группировка, группировки между собой борются за основной фонд, отжать этот завод, отжать этот ресурс, отжать этот телеканал. А побеждает в такой борьбе тот, кто сильнее. А самый сильный инструмент из наличествующих у нас – это рычаги государственного управления. Вот борьба за эти рычаги идет. Расставить повсюду своих людей на ключевые позиции и отжимать фонды. Это не политика, это экономическая борьба. Так вот нам, по-моему, на мой взгляд, давно пора завести в себе политику. А что такое политика? Политика начинается в тот момент, когда заходит речь об общем благе. Общее благо надо понимать очень правильно. Общее благо – это то, что объединяет и львовян, и донеччан, и киевлян, и крымчан, беркут и демонстрантов. Вот как бы ни были далеки эти люди, какие бы далеки у них ни были системы ценностей, представления о жизни, есть вещи, которые их объединяют. Например, коллективная безопасность, правильно? Например, нормальные дороги. Вот если опросить всех от бомжа до олигарха, от милицейского спецназовца до активиста какой-нибудь националистической организации, все хотят из них ездить по ровным дорогам. На дешевых хороших машинах. На дешевых хороших машинах. Это и есть идея общего блага. Но таких идей много, не все сводится к дорогам, машинам и хорошим зарплатам. Да? Вот политика начинается с того момента, когда вопрос ставится об общем благе. Я считаю, что именно так сейчас вопросы надо поставить. Что вот он вызов. А вызов такой, нам пора превратить экономическую борьбу и попытки передавить кого-то. Донецкие задавили львовских, львовские задавили донецких. Это не наш метод. Речь идет об общеукраинском доме, о всем народе. Мы должны поставить вопрос об общем благе для всех украинцев, всех без исключения, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, какой национальности являются. И вот сейчас настал момент, когда действительно исторически мы на переломе, можно поднять и поставить вопрос об общем благе. Меньше мы не отделаемся. Как сделать это? Как, что?